вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Кожного року ми так чи інакше, але напередодні новорічних та різдвяних свят намагаємося підбивати підсумки і проаналізувати увесь рік, яким він був, і так зробити, аби наступний рік був для нас ще кращим. Як же зробити це правильно, знає психологиня, психотерапевтка Олена Шилова. Дуже рада бачити вас. Гарно виглядаєте, як завжди. І, знаєте, хочеться справді зробити так, щоб наш кожен рік був кращим, ніж той, який вже пройшов. Це правда, так. І як же зробити так, щоб це все вдалося нам? Ну, сьогодні ми точно про це поговоримо, да? А почну з такої історії. Для чого взагалі це робити? Для чого підводити ітоги року? Как-то был такой случай, у меня клиентский, пришла клиентка расстроена, где-то примерно такое же время, она не очень радостная, вот входит и говорит: слушай, ну я прям себя таким лузером чувствую, вот как будто ну ничего не происходит, а я же знаю, что происходит, а вот у человека ощущение, что не происходит. Я говорю: ну давай, садись, давай будем подводить итоги. И мы когда начали говорить о том, что она делала в этом году, как делала, начали обращать внимание на все мелочи, которые происходили, просто за час состояние человека поменялось и отношение к себе поменялось. Поэтому подводить итоги года нужно. И почему нужно? Зачем? Во-первых, это нужно для того, чтобы вы понимали, вот как вы и сказали, правильно, Юль, что, как быть в следующем году. Я вот хочу быть лучше, я хочу дальше куда-то двигаться. Как лучше и куда двигаться? Куда? Если вы не знаете, откуда оттолкнуться. Звідки прийшли, да, откуда прийшли? І що насправді було. Да, потому что на самом деле это такой как аудит года. Это как сочинение, да, как я провел лето, так как я провел этот год. Это правда. Когда мы, вот если я, например, вас спрошу, что вы вспомните за прошлый год, да, расскажите, что в прошлом году было для вас таким значимым событием. Ну, я почну думати, почну згадувати, що ж там було. И вместе с тем большинство людей почему-то начинает думать о том, что плохого было. Ага, погано. А если мы фиксируемся на плохом и на том, что было со знаком минус, на тех отрезках жизни, которые нужно бы подисправить, мы не можем на это опереться и двигаться дальше. Угу. Потому что нам нужно для того, чтобы двинуться дальше, быть более продуктивными и такими, как более, больше достигать, то нам нужно опереться на то, что мы уже знаем, умеем, и то, что хорошо делаем. На то, что было доброе, конечно, не на погане, конечно. Звичайно. Но погане мы все одно ж помнятаем, но мы его откидаем, мы залишаем. Мы его не очень-то откидаем. Нет, я сейчас расскажу, что мы с этим делаем. Но когда мы подводим итог, то вначале мы обращаем внимание на что-то глобальное, что происходило. И вообще, честно говоря, вот я даже сейчас вам, да, предложу такую штуку. Мне очень нравится эта практика перед Новым годом. Когда вы вот вспомните сейчас за год те моменты, в которых вы себя чувствовали максимально уверенной в себе, спокойной, тогда, когда вы понимали, что даже что бы вокруг ни происходило, вам было комфортно, вы знали, что это ваше, что вот даже как бы сложно ни было, но у вас как будто бы такой стержень внутри был, и вы вот делаете, что бы ни происходило, как бы ни происходило, но вы вот двигаетесь вперед, и вам хорошо с этим. Меня аж спина начала выравниваться. Вот, да, да, да. Я скажу так. Да, и вот это те моменты, тогда, когда вы были максимально самими собой. То есть, что предлагаю сейчас вот сделать, да, вот это время, которое осталось. Ну, давайте мы все разом зробимо, так, те люди, які дивляться, ну, и я також, мы будем пригадывать то состояние, в котором вы чувствовали себя уверенными, более-менее спокойными, даже внутренне спокойными, даже несмотря на то, что вот вспышка слева, вспышка справа, как сейчас, да, сказал ваш следующий гость, то вы все равно чувствовали себя вот как-то уверенно и, ну, более-менее умиротворенно, как будто бы следовали за тем, что вам хочется. Мы вспоминаем это состояние. И вот мы из этого состояния начинаем описывать, вспоминать в году, садитесь и вспоминайте в году, где больше всего было моментов, когда вы были самими собой. Потому что это состояние тогда, когда вы были самими собой, когда вот это вот есть аутентичность. Сейчас модно это слово, но все равно такое вот, когда я есть я являюсь собой. По сути, это такая самая большая задача наша вообще-то, прийти, ну, к самому так, себе. Так, треба так и намагатися бути собою завжди в будь-яких ситуаціях. Але ж часто буває так, що людина вдома одна, на роботі інша, десь на відпочинку ще якась. Ну, тобто, справді, людина змінюється залежно від обставин. Чи нам потрібно ці обставини притягувати і розуміти, що ага, там мені було добре, наприклад, я був на відпочинку, так? І я ж не можу це все життя відпочивати, так? А на роботі я був іншим, наприклад, так? Не так вже й добре, не так вже і я, бо багато хто не знайшов себе на роботі. Да, есть такое. Тому як бути в такій ситуації? От смотрите, ви зараз сказали про следующий момент, який важливо учитывать, коли ми підводимо итоги года.
Это то, что мы себя анализируем в разных наших сферах жизни. На работе, потому что на работе тоже были моменты, даже если это не та профессия, которую мы любим, но там тоже были моменты, когда нам хорошо, когда мы в согласии с собой и когда я есть я. Я являюсь самим собой настоящим. На работе со своими близкими тоже садимся и вспоминаем. Очень важно подводить итоги по всем сферам жизни. В теле, например, вы начали заниматься спортом, или же вы там диета, или не диета, или наоборот прекратили себя пилить за то, что там я кушаю много, или еще чего-то. И следующая сфера – это про будущее, про цели, про будущее, про смыслы, про… Каждый из нас по-разному делит эти сферы, но вот про эти сферы действительно нужно думать. И вот в каждой из сфер, где мы находимся, в каждых из ролей наших, то нужно подводить действительно итог, как это делать. Значит, есть несколько правил, которые при этом есть. Первое. Отключайте сразу критику. То есть вот это вот, когда вы задаете себе вопрос, какие достижения у меня в этом году, и сразу ответ никаких, да? Отключаем. Отключаем критику, садимся и сосредотачиваемся, да? Отключаем критику и потом... Мы устраиваем себе место, то есть где вы это будете делать. Вам должно быть комфортно и уютно. Время обязательно найдите на это время. Сколько? Потому что, вы знаете, можно и за полчаса сделать, можно за час. Ну, кто-то пишет, что можно и за день это делать, сидеть, подводить итог у того, кого не было плана, да, на год на это. То можно и день сидеть, но все-таки час-полтора можно этому уделить. Вообще, конечно, два варианта, как это можно делать. Вот первый вариант – это про то, что можно в течение дня, вот вы бегаете сейчас в предпраздничной суете, и можно останавливаться и фиксировать этот момент, вспоминать. Вот сейчас вы стоите в магазине и думаете, я сейчас настоящий или не настоящий? А каким я был в том году? А вот я сейчас вот в этом переходе вообще… Вот этот переход из Нового года в старый, это очень хорошая штука для психики, психика очень хорошо ее отражает. Почему? Потому что вот исследователи, которые занимаются исследованием развития человека и развития вообще личности, они говорят о том, что здорово о себе говорить и наблюдать себя вот в этом переходе между тем, какой я был и каким я хочу быть, между собой сейчас и собой желаемым, да, вот в этом переходе. Поэтому вот этот этап, в котором мы сейчас находимся, между переходом между одного года в другой, то хорошо очень фиксируется, каким я был и каким я буду, каким я хочу быть. И поэтому вы стоите, например, вот ежедневно, да, бежите где-то, так, а я раньше такой был, не такой, а вот здесь я такая или другая, или что-то меняется, или в этом вопросе ничего не меняется. Я не могу с продавщицей там поговорить, например, поменять товар, пойти, или я уже могу, и я спокойно это делаю, да. Каждый из нас, вот можно так делать, можно так подводить итог года, наблюдать за собой, вот в этой вот, вот в метафоре перехода, каким я был и какой я есть. Вот так вот можно делать. А второе, это вот то, что мы начали говорить. Мы находим время, мы находим место, садимся удобно, комфортно, отключаем критика, берем обязательно бумагу, потому что лучше писать, лучше записывать то, что, ну, про что вы будете думать и размышлять все эти итоги, то, что было с вами за год. Потому что когда вы напишете, у вас уже не будет вот этого ощущения, что вы не молодец. Потому что вы когда это увидите, вот как эта клиентка, да, моя, которая, она когда это поняла, мы еще записывали, с ней сидели, то она вышла с другим ощущением. Потому что правда, но мы не обращаем на это внимания. Мы бежим, бежим, фиксируемся на других каких-то вещах. Итак, бумага. И еще, отключайте вот эти вот стандарты, которые есть, что вот, вот так должно быть, а я же этому не соответствую, значит, я не молодец. А повинно бути, це ж справді, можливо, суспільство підводить нас до того, що повинно бути, а насправді ми не хочемо цього, і це не наше зовсім. Так возвращає нас к тому, з чого ми начали сказали, да? Пофіксируйте, понаблюдайте, повспоминайте себе за этот год, тогда, когда вы были самим собой. Потому что треба себе хвалити, чи як? Ну, смотрите как. Себя хвалить, во-первых, нужно всегда. И здорово, если у вас за год есть вообще этот дневничок, которым вы себя хвалите. Но у вас так или иначе, когда вы напишете, что вы делаете, это целый год, это 365 дней, вы так или иначе что-то делали в этом году. Поэтому, когда вы фиксируете, задаете себе вопрос, первое, да, там, как я провел, как прошел мой 2019 год. И садитесь писать. Сначала с глобальных событий, потом меньше. Вы когда посмотрите, вы просто сами скажете, какой я молодец. Ну, в любом случае вы это скажете, потому что там очень много будет написано. Если вы, правда, очень скрупулезно и с учетом того, что я сейчас сказала, с учетом этих правил, это сделаете. Не так подумал, а вот здесь я молодец, а вот здесь не молодец, а вот здесь вспомнила. Нет,
Запишите, сядьте, проанализируйте. Да, можно себя похвалить. Ну, как-то, я же говорю, это в любом случае получится, что вы все равно будете подхвалить себя. Якщо, наприклад, ми все це зробили, і в якийсь момент ми розуміємо, що ось тут можна було б працювати ще, а ось тут я більше зробив, ніж навіть планувалося. То як тоді в наступному році бути? Нам треба зосередитись на тому, що недороблено, чи все ж йти таким шляхом, яким ми йшли? Вот смотрите, ми з вами зараз говоримо про підведення ітогів. А воно ведь нужно для чого? Для того, щоб ми розуміли, що ми вже зробили, и куда нам двигаться дальше, в какой точке мы находимся. Если мы увидели, что мы находимся в этой точке, нас что-то не устраивает, мы как-то себя вели и что-то делали для того, чтобы оказаться в этой точке. То есть как стратегия поведения была не та, которая нежелаема, да, не та, которая нужна. Поэтому в следующем году мы, вот, отталкиваясь от вот этих итогов года, когда мы сядем, когда посмотрим, что чему-то мы уделили больше времени, чему-то меньше, потому что время не возвращается. Время – тот ресурс, который вы уже потратили это время. И вот сейчас действительно классно то, что вы говорите. Можно посмотреть, так, на что я больше уделял время, на вот это или на вот это. Да? Если я действительно чему-то больше уделил время, это входило в мои такие большие планы и задачи? Хорошо, входило. Тогда окей, я на этом фиксируюсь, я говорю, что я молодец, но я смотрю, например, что у меня одна из задач или одна из целей проваливается, да, во времени, вот она недоосуществилась. Тогда я планирую на следующий год выполнение этого. Но опираться все равно на то, чтобы у вас было больше сил, больше желания, больше вот этой мотивации делать что-то в следующем году, нужно на те плюсы, на то, что у вас уже получилось. Ну, с приводу того, что не завжди люди хочуть цим займатись, нібито планують, нібито хочуть підбити підсумки, але насправді це не так-то ретельно і виходить. Да. Тобто десь якось. Да, чому це відбувається, чому людина відштовхує цей момент від себе, так? Це важко зробити, насправді. Ну, от смотрите, виходить як? В этот момент нужно быть максимально честным с собой. А если вы где-то в глубине души понимаете, что из тех там 30 пунктов, которые вы писали себе в планы на год, осуществилось только 2, вам не хочется садиться за это, вам не хочется быть честным с собой, вам не хочется посмотреть то, что получается, в то, что не получается. И поэтому люди действительно откладывают. Это действительно не так много людей, хотя на самом деле сейчас люди, которые развиваются, правда, очень много подводят итоги года, и на самом деле занимаются, и планы строят, и двигаются куда-то. Мне очень нравится, как сейчас развивается, да, там молодежь, и не только молодежь, да, люди. Но, правда, вот очень сложно сесть и подвести итог, потому что можно столкнуться с тем, что у меня что-то не получилось. А у нас есть такое в психике, что нам сложно быть, вот как наша молодежь говорит, да, лузером, да, лучше я буду сидеть и думать что-то другое, отодвигать это, чем я посмотрю и вижу, что у меня не получилось, у меня это не вышло. А если и правда так? Ну, не вышло. Вот, это следующий вопрос, да, не вышло. Ну, во-первых, есть люди, у которых был план на прошлый год, а у кого-то не было плана на прошлый год. Вот тех, у кого был план на прошлый год, вы сядете, посмотрите, увидите, что не получилось что-то, и не получилось очень много. Причин может быть несколько. Первое, что это были не ваши цели, не из вас настоящего, не из ваших истинных желаний. Цели, вы же знаете, как могут быть цели, желания, там, планы, там, родители хотят за меня, да, там, муж, я не знаю, там, на работе, еще кто-то, социум предъявляет какие-то требования, и в зависимости от этого я выстраиваю эти планы. И вот они раз и не сбылись. А вот знаете, дуже часто буває, коли люди кажуть, ну от жити мені нема де, так? А я хочу, там, не знаю, собі житло. Ну, звісно, що за рік, можливо, це такий план, який може і не здійснитись. Ну, наприклад, це я взяла такий маленький приклад з того, що може бути, коли люди розчаровані. Да. І, або, наприклад, ставлять план на 5 років. І не завжди виходить так, що за 5 років людина може впоратись з цією проблемою. Особливо, якщо не було для того стартового капіталу, не було можливостей і так далі, і так далі. Тобто все це тягнеться потім. Да. То що тоді? Як тоді взагалі не ставити таких собі планів, які не здійсняться? Чи їх треба розбивати якимось чином? От смотрите, що. Вот то, що це второе, чому не збивається у людей, чому не виходить. Тому що були вистроєні плани і цілі вне зависимості, не посмотрели на ті ресурси, які є, на ті можливості, которые есть, ресурсы, не учли ресурсы, была поставлена амбициозная цель, но ресурсы не учтены. И так тоже бывает. И если я просто поставил, и этого просто хочу, то вот оно так и лежит на полке, это, да, и в конце года, нет квартиры.
Но третий пункт, почему не сбываются наши цели и планы, во-первых, это разные вещи, цели и планы, потому что есть цели, почему не сбываются цели и задачи наши, потому что, третий пункт, мы не распланировали, и мы делали те действия в году, не которые приведут к покупке квартиры, например, да, если это цель. Или же, например, если мы понимаем, что у нас не хватает ресурса, тогда я понимаю, вот у меня цель, что мне для этого нужно? Задайте себе вопрос, каких ресурсов мне не хватает? Материальных, моральных, что мне нужно для того, чтобы были там деньги на квартиру? Что я должен получать столько? Что я должен сделать, чтобы получать столько? Получить образование. И тогда я в этом году получаю образование. Вот так треба. Конечно. Дівчина, наприклад, каже, ну я за рік схудну, там, не знаю, там, ну, на 20 кілограмів, це дуже часто. Але ж за 20 кілограмів за рік це буде і важко для організму, і взагалі. Тобто не продумані такі цілі, які справді можуть призвести або до краху, до повного, або до порушення здоров'я, може бути це. І врешті-решт у людини просто депресія і все. Тобто це нічим не закінчилось, і людина, звичайно, вона не хоче підводити якісь підсумки. Конечно. И подбивать результаты. Да, да. Нияк. Вот, потому что здесь это еще один пунктик, почему не сбывается, потому что есть амбициозные цели и просто мотивация. Замотивирован, есть амбиции, но под основы никакой нет при этом, да, что вот просто чего-то захотел, но я не проанализировал, как же я буду это делать. Если действительно, вот как-то говорят, да, что я все хочу похудеть, все это есть, но как только цель есть, но как только мы разбиваем, превращаем это в план, что нужно за следующий там какой-то период времени сбросить там полкило, это уже начинает превращаться в... Это нужно делать. И поэтому, когда тот, кто не хочет делать, естественно, ничего не получается. И еще, вот тоже, кстати, здесь сделаю такую ремарочку. Задавайте себе вопрос, когда вы анализируете год, что я сделал? Не хотел, не думал, не мечтал о чем, да? А один из вопросов должен быть, что я конкретно сделал? Вам тогда будет проще. І, але це буде так чітко, да, жорстко, да, але да, це потрібно зробити, да, бо інакше не буде руху вперед. Да, потому что вы тогда не будете видеть, вы не увидите своих механизмов деструктивных, которые не помогают вам двигаться. Вы же себе можете задать вопрос, так, чего мне не хватало для того, чтобы я осуществил вот это, что я могу при этом сделать, если вы эти два вопроса себе не заходите, ну, что я могу сделать, чтобы цели были реализованы, да, если вы себе не зададите эти вопросы, как вы дальше двинетесь? Вот и все, то есть такая честность с собой. Ось, знаете, вже скільки років підряд я чую ось це і завжди зіштовхуюсь з людьми, яким важко це зробити. І нам самим хочеться, але переступити, знайти сили, знайти можливості. Ось тут оцей пункт, мабуть, він десь залишається десь осторонь, тому що треба працювати над собою в першу чергу. Так, це правда. Ну, як-то я говорюсь, на даний момент дуже здорово, що люди, многі хочуть працювати над собою, многим це подобається, люди щось выискивают, да, задают себе вопросы для размышления. Потому что если вам сложно подойти к подведению итогов года, как вот, знаете, как итоги, так звучит прямо ответственность. Ну, не думайте так, подумайте о том, что наступил момент размышления над тем, куда я двигаюсь дальше. От чего я оттолкнусь, чтобы двигаться дальше? Я вам дуже дякую, пані Олено. Справді було надзвичайно цікаво і корисно, і потрібно це робити, починати вже зараз. Час ще є, аби все це спланувати, зробити для себе і, звісно ж, отримати результати вже у наступному році. Зустрінемось за декілька хвилин.